Ребята, всем привет! Меня зовут Алиса. Год назад я переехала из Москвы в деревню из-за своей ужасной страсти к рыбалке. Но сегодня не об этом. Я снова вернулась в столицу для того, чтобы понять, что такое стритфишинг и почему люди ходят на рыбалку в городе. Сходи пока. Более удачи! Входит в зону. У меня возникает вопрос, почему именно бычок-кругляк? Ну почему не всю рыбу подряд можно ловить на этих соревнованиях? И нам ответит на этот вопрос Константин. Вообще изначально эти соревнования предполагались как в укор тем, кто вечно спорит с ребятами, любящими половить на ультралегкие снасти. Ну, вот этот спор вечно, да, хэви-джиггеры, мармадрочеры, так называемые. Вот, и мы в укор придумали соревнования в свое время, бычкофест, именно для того, чтобы ловить с максимально легкими приманками и мелкими. Поэтому и бычок. Но почему именно бычок-кругляк? Потому что бычок-подкамещик в нашем регионе занесен в Красную книгу, к сожалению. Поэтому его поймал, снял и тут же отпустил его. Минутная готовность. Прозвучал сигнал старт, ребята начали ловить. Сейчас я по ним быстренько пробегусь, посмотрю, есть ли поклевки. Как это вообще ловить в городе, ловить бычка. Я вижу Вову, своего товарища и коллегу из Nordstream. Сейчас к нему подойду. Так, Вов, что тут, в бой идет тяжелая артиллерия? Нет, наоборот, легкая. То есть не засекается рыба. Буду менять микроджиг на мормышку. Более мелким крючком. Пока болтала с Вовой, значит, диалоги у нас были о рыбалке. Тут бац и подсечка. Наша первая рыбка. Это он, да? За ним идет охота. Да. Пойманную рыбу надо складывать в контейнер. Ну, точнее, не складывать, а выпускать в контейнер с водой, в ведро. И ребята берут с собой специально ведра, которые они закидывают с моста, с набережной на веревке, черпают водичку. Вот, пожалуйста, вот такой вот ведро с веревочкой. Там уже есть улов. Зачет у ребят идет по количеству пойманной рыбы. Но поскольку бычок он такой маленький, ну взвешивать его, и чтобы вот он там хранился, дох, тем более сегодня жарко будет, не имеет никакого смысла. Поэтому по количеству там поймал 3 бычка, значит, ты молодец. И это круче, чем тот, кто поймал 2 бычка, даже если они по весу больше, чем эти 3. Вы прям так торопитесь, да? Такая темповая ловля быстрее. Ну, времени не так много. Тур 1,5 часа. И нужно за 1,5 часа попробовать поймать максимум. А учитывая, что обрывы бывают, все-таки канал немного захламленный. Нужно успеть перевязаться, приманки поправить, ну и рыбу желательно поймать, желательно больше всех. Неожиданно на этом мероприятии я увидела человека, который уже давно всем все доказал, уже всех рыб знает по именам. В общем, невероятно титулованный спортсмен. Он вот так вот аккуратненько ото всех отошел, вот так вот смотрит на спиннинг, что-то там выглядывает. Денис Вихров, я сейчас к нему пристаю, и он, наверное, думает: боже мой, оставьте меня в покое. Ну, не могу этого сделать. Всем привет. Всем привет. Сейчас я встану вот так вот по солнцу, чтобы вот так вот. Денис, ты уже давным-давно всем все доказал, всех рыб поймал. Что ты здесь делаешь? Неужели ты так сильно любишь обыгрывать людей, или ты очень сильно любишь... Нет, здесь дело даже не в обыгрывать, просто поддержать Московскую федерацию рыболовного спорта, которая наконец-то возобновила свою деятельность и... Почти своим присутствием обещал я Аркадию, что приеду. Ну и приехал, а так
Я даже не знаю, кто что ловит. Я просто вот вспоминаю, последний раз вот так вот бычка я ловил, наверное, ну, в 18 году ловил и выиграл эти соревнования. Вот решил посмотреть навыки, как я. Помнят руки еще? Ну, вроде помнят. Вон, смотри, сколько их там. Не знаю, штук 30-40. Ну что, как тебе вообще ловля бычка-то после пала? После щук на 10 килограмм? А ты знаешь, у меня нету такого, как бы, после пала, не пала. Там в каждой рыбалке, в спиннинге, есть свои, короче, особенности. И свои нюансы. Ультралайт, ультралайтом. Крупные приманки, паноптикс, крупные приманки, воблерная рыбалка. То есть спиннинг многогранен, надо уметь ловить на все. Слушай, ну ты вот говоришь, что ты приехал поддержать ребят. Я тебя увидела, у тебя вот такое заинтересованное лицо, просто невероятно. Ты так всматриваешься в каждый тычок, этого, ну, как бы вот все, ты вовлекся уже. Это просто, ну, концентрация предельная. Я всегда, ну, если уж выступаешь в соревновании, то дурака валять не надо. Какого бы они статуса не были, стараешься, ну, выжить максимум. И тем более, что полтора часа всего тур. Поэтому стараешься эти полтора часа быть предельно сконцентрирован. Это же своего рода тренировка. Тренировка психологии, тактики. Какая разница, какую рыбу ловим. Ну, сегодня в зачет вот бычки. Значит, ловим бычка. Займешь призовое место, ты сильно расстроишься? Вообще не расстроюсь, ни грамма. Я думаю, что я и не займу тут. Почему? Уровень вырос очень сильно, матерые спортсмены. Я ловлю в удовольствие, я просто хожу, экспериментирую. Сейчас я вообще как бы повесил другую приманку. Вот при тебе тут поймал, наверное, штуки 3-4, сколько я уже тут поймал. Новую приманку. То есть я не заморачиваюсь сильно, я просто ловлю и все. А там будь что будет. Если вдруг окажется, что я попаду в призы, ну, значит... Руки еще помнят. Нет, ну и не расстроюсь ни разу вообще абсолютно. Просто получаю кайф. Поклевок очень много. Ловли веселые. Когда если вот не на соревнованиях... Ой. Когда вот если не на соревнованиях, приезжать ловить бычка. Просто так я бы, наверное, его и не пошел бы ловить, если бы не соревнования. Слушай, а как тебе вообще рыбалка в городе в целом? Ну все-таки люди шумные, вот какие-то бутылки плавают. Ты знаешь, я, наверное, старый стал. В том плане, что я все институтские годы провел на стритфишинге, очень много лет я ловил. О, какой! Боже мой, ну это вообще, ну это просто, это ребенок ребенка. Это не важно, один балл. Это самое важное. Ну, в общем-то, и как бы... Я раньше в городе очень много ловил, а сейчас у меня город вызывает, ну не то, что какое-то отвращение, ну, короче, кайфа я от ловли с парапета не получаю. Мне гораздо интереснее сейчас половить день в дикой природе, поехать. Или на ту же Москвайку, на Нижнюю выехать. В общем, куда угодно, где есть природа, где нет вот этих каменных джунглей. Но я по-своему понимаю, что стритфишинг – это очень офигенная как бы история. Я ее сам много практиковал, ловлю и знаю, что это такое. То есть, наверное, десяток лет я проловил в городе на разных локациях. Так что город – это нормальная история. Мы живем тут в мегаполисе, не всегда у многих получается вырываться куда-то на выходные, там уехать. А стритфишинг, он в любое время дня и ночи, как говорится. Вышел и половил. Хочешь бычка, хочешь окуня, хочешь судака, хочешь жерех. Вся рыба есть в городе, в принципе. Сколько грамм у тебя грузит? У меня мормышка стоит, 0,5 грамма. По этой зоне вот работаю. Ах, ты завел. Вот. Ну, сколько я начал, вот, может, метров 150 отсюда, и просто иду, нахожу локальные пятна, где он стоит, и его оттуда ковыряю. Тут просто сейчас вода мутная, он держится в ближней зоне, как бы бычок, и там за этой цветущей водой не видно всяких лам. Ты вот нащупываешь, условно, ну, какие-то зацепы, он рядом с ними, собственно, и стоит. А проводка незамысловатая, чуть-чуть подбросил,
дал полежать на дне. Тут течение и ветер сами проводку делают, он помогает. Тут, по сути, главное, чтобы мормышку там у дна держать и стараться, чтобы она не зацепилась. Все. Плюс, да, хорошо. 50 плюс, когда считали. Ну что, пришло время посчитаться. Нормально? Где у нас студия? У нас наша студия. Сейчас ребята будут мериться бычками. Интересная фишка, значит, идем мы сейчас на взвешивание. Ну, я тут рядом со спортсменами подслушиваю разговоры. И один такой говорит: надо снять приманку, чтобы, если у меня хороший результат, как бы люди не видели, какая у меня приманка, да, потому что тогда мои соперники будут повторять. То есть снял, оставил только мормышку, чтобы там цвет, размер. Никто не понял, да? Вот как оно бывает-то? Хитрецы, хитрецы. Напали, предварительное взвешивание. Напали, скажи. Так. Два. У тебя фамилия как? Толмачевский. Плюс три. Знаете, с одной стороны, это кажется даже как-то странно и комично. Взрослые люди ловят такую вот маленькую рыбку, складывают ее в какие-то баночки, бутылочки, там подходят, взвешивают серьезными лицами. А с другой стороны, ну прикольно, ребята отдыхают, ловят рыбу, соревнуются, кайфуют от этого, да, потому что главное в соревновательном процессе не что именно ты делаешь, никакую рыбу ты именно ловишь, а что ты вот именно соревнуешься, вот эта движуха, вот этот коллектив. То есть люди едут сюда точно не за рыбой, а просто для вот этой тусовки, ради коллектива, ради того, чтобы встретиться со старыми друзьями, пообщаться. Но, и, кстати, еще я заметила то, что, несмотря на то, что рыба очень маленькая, они ловят ее на сверхделикатной снасти, и даже когда спортсмен вываживает этого бычка, вот он у него клюнул, на спиннинг обычный, там, ну, лайт или медиум, просто вот, ну, как бы, там даже вершинка, мне кажется, не согнется. А когда там ловят на ультра-ультра-лайт, нано-лайт, вершинка гнется, спиннинг дергается, и думаешь, блин, да он какую-то рыбу большую поймал. А нет, там просто вот такой вот маленький бычок, потому что удочка подходящая, приманка подходящая, лесочка тонюсенькая, тоньше волоса. И все, и вот как бы уже кайф чувствуешь себе поклевки в руку. В общем, сейчас будет старт второго тура. И мне самой, если честно, уже очень хочется половить. Я думаю, что после мероприятия я попрошу кого-нибудь спиннинг на 10 минут и попробую поймать бычка. Это просто невероятно. Вот иду я, значит, разговариваю с камерой, рассказываю вам про стритфишинг и встречаю просто легенду российского спиннинга. Я не настоящий, усы приклеены. Константина Кузьмина, ну, все и так прекрасно всем знаете. Всем большой привет. Я не ожидал, что здесь проходят какие-то соревнования по бычку. Формат соревнований достаточно интересен, но я ловлю другую рыбу, так что я не конкурент спортсменам, я буду ловить окуня, жереха и еще какую-нибудь другую рыбу, но только не бычка. Каждый раз смотрю, когда клюет рыбу спортсменов, вот так вот вершинка трясется, и я напрягаюсь, я думаю, ну все, сейчас там будет большая рыба, а она вот такая вот все равно. Это же вот какие удочки, чтобы такая была чувствительность. В принципе, на такие удочки, наверное, и бычка ловить нормально. Да? Да. Ну, вообще есть ощущение приятности от рыбалки? Да. Чувствительности. Чувствительность. Я на самом деле поэтому и перешел на мормышку. Начинал я с бигбейтов, в соревнованиях участвовал именно большими приманками. Но в нашем регионе, к сожалению, на бигбейты часто не половишь. И для того, чтобы получить те же самые ощущения, надо переходить на что-то более деликатное. И это как раз таки мормышка. Я познакомилась с рыболовом Славой,
Он говорит, что относит себя к касту рыболов-любителей, но тем не менее иногда выбирается на соревнования. Вот я хочу спросить у Славы, как он про эти соревнования узнал. Слава! Всем привет! Был подписан на телеграм-канал «Спиннинговая рыбалка», и там выкладывают анонсы. И вот текущий анонс как бы заинтересовал. Ух ты! Вот так вот, да, пока разговариваем. Опа. Здесь. Плюс один. Да, здесь поклевки вовсю. Чуть рыбу не прозевали. Вот она такая спортивная рыба. Да, вот узнал, откликнулся и приехал поучаствовать. Угу. Супруга приехала поддержать, да? Все верно, да. Всегда, все делаем вместе. Блин, это очень здорово. А она что думает об этом мероприятии? Она тоже поддерживает. Поддерживает, да. Приехал как группа поддержки. Рыболовное начало. Да, ну так как они не сильно злоупотребляют семейными отношениями, поэтому поддерживают. У городской рыбалки есть один просто неоспоримый плюс, и я сейчас вам его покажу. Вот буквально пару минут от речки, и мы в царстве чревоугодия. Па-па-па-па-па. Красота, ну какова красота, ребята, считают лица серьезные, не дай бог ошибиться и обсчитаться хоть на одного бычка. Ну. Третье место, сумма баллов 4, у Торников ПР. Я случайно. Знаем мы твой случай. Опять они. Второе место у нас занимает тоже с количеством 4 балла, но поймал больше рыбы на 7 штук. Вольчик БС. Конечно. Первый-то оправляется. Ну и первое место с количеством 3,5 балла. Чемпион данных соревнований Манужин Дмитрий. Еще ехать не хотел. Я хотел, нет, все. Трофей, молодец. Молодец! Я немного за. Триумф, триумф, все хлопают, радуются. Прямо самой захотелось даже в соревнованиях участвовать. Я хотела бы выразить, блин, это так круто. Здесь огромную благодарность нашим спонсорам, да, это Nord Stream, повторюсь, опять же, компания, магазин, сеть магазинов Big Game. Они у нас будут, я думаю, частые гости в формировании призового. Также хочу поблагодарить Павла Уторникова за предоставленные приманки Bomber Baits. И всех вас, участников, хочу поблагодарить, что вы сегодня нашли время, приехали, поддержали нас. Молодцы!
Нет! Наконец-то! Ребята, так, прошло... Обратно, прошло практически полтора часа, как я поймала вот это очаровательное создание. Полтора часа, да? Вот кто сказал, что ловить вот таких зверей легко? Вообще ни разу не легко. На этой ноте мы заканчиваем кино про спортивные мероприятия, про стритфишинг. Посмотрела, попробовала. Не сказать, что поняла, но было очень интересно.